Пенсионный фонд приступил к обновлению электронной базы своих клиентов в Харцизке. Об этом сообщила первый заместитель начальника городского управления Татьяна Свинцова. На сегодняшний день в управлении ведется работа по актуализации базы данных пенсионеров, которые с декабря 2014 года не обращались по вопросам пенсионного обеспечения. То есть это категория, которая не обращалась к нам с заявлениями на возобновление пенсий. И на данный момент мы проводим с данной категорией сверку индивидуальных данных. Сегодня на учете в пенсионном фонде состоят почти 30 тысяч жителей Большого Харцизка. Треть из них получает пенсии через почтовые отделения связи. Именно этой категории пенсионеров и следует обратиться в управление для сверки личных данных. Проводится сверка паспортных данных, идентификационного кода, фактического места проживания. То есть устанавливается факт проживания на территории пенсионера. Пенсионеры должны лично обратиться в управление пенсионного фонда с документами, удостоверяющими личность. Это копии и оригиналы паспорта, идентификационного кода и пенсионного удостоверения. Те пенсионеры, которые ввиду каких-либо причин не в состоянии предоставить свои данные в управление лично, могут передать документы через доверенное лицо. Интересы данной категории могут представлять их законные представители. Это муж, жена, отец, там, брат, сестра. В пенсионном фонде напоминают, что сверку личных данных необходимо провести до 15 октября.